Até porque vai ser a matéria do que tem a matéria. E ainda é o que você vai fazer de motivo para o compasso de terra. E você vai interpretar a vida. Linda, pobre, mas sim, de gole, ai, grande, mas é mal feio, tão bom, mas é bem. Кричан Эвермор убегает за дверь по дороге, протаранив лбом дверной косяк. Кактус держится невдалеке. Они долго смотрят друг на друга. Наконец путник швыряет в него палкой. Раздается негромкий взрыв. Темнота. Это одноактные пьесы. Картина третья. Та же внутренность детского домика. Все старательно выметено и вычищено. На стульчике сидит та же заводная кукла. Она...